пользу. То есть, где Олеся Нетюшко написано? Да, да, да. Я другие не подписывалась. Богатство, не богатство. Понимаю, что это коллектив очень творческий, это люди, которые способны любое из направлений представить в самом изощренном и изысканном виде. И присутствует у каждого из нас с собой в кармане. Лучшая фотография. Дорогая камера не будет работать за человека. Городской пейзаж, портреты, макросъемка. История фотографий. Этим и другие разделы вы сможете увидеть в нашей выставке «Снимаем все». Подробнее расскажет директор Новоуренгойского городского музея Ильич Матвеев. Я обычно работаю без планшета, вы знаете, да, я обычно выхожу и говорю то, что подумал. Но сегодня особый случай связан с тем, что куратор выставочного проекта Снежана Орлова ненадолго выбыла из строя, сегодня не может присутствовать. Именно она знает всех вас в лицо, знает всех по именам, всех авторов этой выставки. Но я хочу, чтобы вас увидели. Владимир Бадерко. Данил Кусаинов не смог приехать в Санкт-Петербурге. Ксения Молотова. Наталья Лазо. Олеся Нетюшко. Ольга Лобарчук. И Иван Ульянов. Сегодня половина участка. Что хочется сказать? Все вы знаете, что мы несколько лет подряд делаем проект «Артбомбинг» вместе с Мариной Илай. Получилось, будут готовы волевские письма в конце мероприятия, которое закончится у нас аж 12 июня, до этого времени выставка будет работать, и все детские сады, детские площадки будут заточены на ее посещение. Я же хочу сегодня вручить одно благодарственное письмо человеку, который сегодня подошел на открытие выставки. Мы подготовили всем участникам прошлого проекта благодарственные письма, но сегодня здесь друг музея Константин Шарков. Константин, пожалуйста. Площадка, на которую редко заходят обычные граждане. Эта выставочная площадка находится в администрации города Нового Уренгоя. И мы готовим туда выставочные проекты, которые видят люди, которые работают в администрации, те, куда приходят. Понятно, что туда попасть не так легко, так как сюда, но тем не менее нас благодарят за этот выставочный проект. И вот проект, который мы открыли весной, Дмитрия Александровича Фролова, все мы знаем этого человека, который занимается благотворительностью во всем округе. Да? Кроме того, он коллекционер и коллекционирует графику, в том числе, но и фотографию. Здесь настоящие фото изображения конца 19 века. Особый из них комплекс, я хочу обратить ваше внимание, в этой витрине есть визитки. Люди понимали уже тогда, в начале 20 века, о том, что недостаточно просто наши золотые руки. Золотой голос и золотые руки нашего музея. Да. Ну а самое главное, все наполнение, это работа наших замечательных фотохудожников. Наслаждайтесь, милости прошу, включим джаз. Чувствуйте себя как дома. Моя мечта осуществляется больше, чем моя. Ничего, Настя, это гордость. Сбежала. Спасибо.
Все-таки растешь, и получается, начинала одно, то есть с начала. Просто этот заработок, вот у тебя есть аппарат, значит, надо фоткать. Или что это было? В начале пути, с самого начала, фотографировала любовь своих детей. Я хотела их передавать радостными, счастливыми. Через детей нашла фотографию, я решилась после второго рождения своего сына фотографировать других людей. Также хотелось делиться своим творчеством и подчеркивать. Сейчас его. Да, я поняла. Вот ты, да. А все равно любое дело затягивает, если оно тебе нравится. Вот оно тебя затянуло на долгие годы. Что сегодня у тебя фотография, что ты сегодня хочешь сказать? То есть я бы сказала, что фотограф такая возможность передать свои чувства и эмоции через кадр, через фотографию. На сегодняшний день я позволила себе на самом деле поделиться тем, что я хочу это сделать. То есть многие на самом деле знают меня как фотографа коммерческого, снимающего счастливых людей. Новогодние, как много людей ко мне приходили, снимала я чаще всего новогодние фотосессии в больших объемах. Но это на самом деле работа, я отношусь к этому как к работе. А вот это вот то, что вы сегодня можете видеть на этой выставке, это Женя, мое внутреннее, мое желание. Что ты хочешь, чтобы люди, посмотрев твои фотографии, чувствовали и носили с собой? Сейчас я сама посмотрю. Потому что на самом деле подчеркну то, что я любитель закрытых портретов, это, наверное, все-таки связано со мной как с личностью, поскольку я закрыт человек, я мало интересуюсь тем, что чувствую я.
что могу сказать, я вот открыто, не прям очень в одну сторону подожду, то есть не прямо смотрю кадры. То есть не пленку и делаю. Нет, и когда человек с открытыми глазами, все-таки очень, через эти глаза приходится внутрь заглянуть. Прямо на меня эта девушка. На самом деле через призму, конечно, чтобы я буду говорить, да, что еще что-то. И фотографии нужны. Вот эти три, мне кажется, ты измучила эту пару человек, они должны я были... Я тебе открою большой секрет, здесь одна девушка. Это не пара человек, это тень. Вторая, это... В поисках душевного равновесия можно так прочитать, что человек на самом деле гитара стерян, не знаю, как себя вести, мы часто можем... На такой эмоции, когда хочется встряхнуться, что-то сделать заново, то есть тут на самом деле в разных позах человек мотает головой, я сфиксировала это просто на длинной выдержке, и вот такая получилась серия работ, на самом деле она еще больше, но... Было последним кадром, где уже нашел он это равновесие. Там были фотографии, можно было бы найти просто. На следующей выставке ты успокоишь зрителя. На самом деле ты думала, что здесь два человека? Да, я думала, два. Почему-то кажется, я думала... так явно понятно, что я думала, так хорошо, синхронно, думаю, они делают это. Нет. Это же девушка, там вот есть, там есть тень, тоже тень, назвала там есть тень, потому что она-то была одна сильная. На самом деле, тут получилось с волосами игра, а здесь шаг больше. Поэтому это получилось серию просто режим, наверное, с танцем. Это просто, я знаю, когда фотоаппарат... Специально задуманная, да. Специально задуманная смазка. Прикольно. Очень хорошо. Так, и... Какая тебе еще работа хочется услышать? Не, мне, я так как мы все поснимаем, мы про все расскажем. Это ну, как война, экспозиция. Отличная комбинация. На женский портрет уже нельзя, конечно, применять экранжирование и другие интеллекты. А из-за этого специально есть концептуально. Нет, звук есть. Спасибо.
Это, это печать с рамкой. Хорошо, это... спасибо вам большое. Спасибо. Как называется? Вот у меня фешер. А это пластик. Чем сейчас работаете? Просто тут как? Да, она достаточно давно с нами. Долго, почти полтора-два года она с нами пела. Нет, ну сравнительно, я говорю. Сравнительно. Вот и в одну уже. Она с нами, да. Да, она с вами сравнительно. Да, ты маловато, конечно. Самый красивый тот. Да, один выпирает позвонок. Это, короче, ты была, я знаю, где ты это. Да, я знаю, я теперь знаю все. Что ты рассказывала, Зубер, скажи? А, блин, мне очень интересно. Ну, мне нравится. Она какая-то ритейл. Вот это такая волшебная. Вот это я нравлюсь. Ну, а себе правильно? Да. Ну, тут что-то уже нам не привели. Аккуратно, она же сразу, я поняла, который фотошоп, это вообще не та история. Это как-то работа какая-то слишком много. Да, слишком.